начинается новый месяц Шват, что по каббалистической астрологии связано со знаком Водолея. И этот знак, он очень гениальный. У них есть качество думать вне нормы, вне обычного мышления, смотреть на вещи с абсолютно другой точки зрения, создавать, творить. Они, у них есть, правда, дар творения, дар сотворять что-то абсолютно, что не существовало в нашей реальности. И потому очень много создателей, они были и есть рождены под этим знаком. Но у каждого месяца есть слабое место, что на самом деле, если развивается, оно делает знак и человека еще сильнее. И уязвимое место или слабое место у знака Водолея – это их уязвимость. Они очень хотят быть сильными. Для них очень важно быть. Это знак зодиака, который имеет энергию, мужскую энергию. И им очень надо быть сильными. Им очень надо быть, что они все могут. Им очень сложно быть уязвимыми. Сказать, что мне это тяжело, у меня вот такая эмоция. У меня такая реакция на это. Я это, может, не могу сейчас сделать. Я это не могу. Я сейчас, мне нужна больше помощи. Когда мы это делаем, особенно в этот месяц, потому что в эти 30 дней у нас будет проявляться еще больше желание показаться, быть сильным. Но это фальшь, это не на самом деле. Потому что на самом деле сильный человек тот, который может очень позволить себе показать свою уязвимость. И быть окей с этим. Не пытаться быть каким-то супергероем, который все может и все может сделать, и его ничего не может остановить и так далее. Быть в позволении. Позволять себе быть тем, кто вы есть. Потому что вы можете это трансформировать. Если вы будете против этого бороться, это будет сильнее вас. Когда вы этому позволите быть, вы это, может быть, трансформируете. Хорошего месяца. Будьте уязвимы, будьте творением. И увидимся скоро.